ждали долго, и многие опасались, что он вообще не состоится. Надо отдать должное Хопкинсу, который не испугался крашера. Это кличка Сергея Ковалева, разрушитель, который уже создал себе такую грозную репутацию, что от него, в общем, стали бегать знаменитости его весовой категории. Разговоров было много, тем не менее, кончилось это вот тем, что мы сегодня с вами увидим. Сергей не проиграл ни одного боя. У него сейчас нам его всю статистику покажут. Почти каждый бой заканчивался нокаутом. Их было бы еще больше, конечно, если бы не одна, так сказать, история такая странная, когда противник повернулся к нему спиной. И Сергей не смог остановить свой удар, который пришелся по затылку и поставил противника на четвереньки, что и привело к так называемой технической ничье. Ну вот, а этот инопланетянин и есть великий и ужасный Бернард Хопкинс. Чем он велик? Могу сказать только одно. Этот человек 26 лет на ринге. То есть Сергей еще, по-моему, пешком ходил под стол, когда Бернард Хопкинс уже буйствовал на мировом ринге. Кого только он не побеждал за свою карьеру. Таких великих бойцов не отправлял на пол, в отставку, в небытие. Из 6 проигранных боев за эти годы, можете себе представить, проиграл только 6. Реальных поражений у него было только 2. Остальные были спорные. Хопкинс – легенда. Чем бы ни закончился сегодняшний бой, его имя в истории бокса останется. Ну, и надо, конечно, сказать, что это так называемый unified box матч. Это объединительный бокс. Golden Boy Promotions and main events are proud to present the moment we've all been waiting for. 12 rounds of boxing for the unified light heavyweight championship. Итак, дорогие друзья, бой за звание объединенного чемпиона мира в полутяжелом весе. В общем, вес у ребят под 80 килограммов. Бой, которого мы так долго ждали, сказал Майкл Бафф. Раньше Хопкинс носил кличку «Палач», сейчас он инопланетянин. Вся эта показуха, конечно, я не знаю, может быть, она доставляет удовольствие только самому Хопкинсу, потому что сейчас, когда Хопкинсу, хочу отметить, почти 50 лет, через несколько месяцев ему исполнится 50 лет. Такие забавы, конечно, выглядят нелепо. Ну, если ему нравится, почему нет? Ну, сколько раз мы уже слышали этот клич Майкла Баффера. И действительно, все ожидают этот самый Рэмбл. Схватку. 31 год Сергею. Он из Челябинска. Мы
в общем, знаем его хорошо. Выиграл 25 боев, 23 победы одержал нокаутом. Та самая, в принципе, забавная техническая ничья и ноль поражений. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации. Сергей Разрушитель Ковалев. Побед, 6 поражений, 2 ничьих, 32 победы нокаутом. Четырехкратный чемпион мира. Чемпион мира по двум версиям сразу, IBF и Всемирной боксерской ассоциации. Бернард Хопкинс. Да, кто только не собирался отправить его в отставку. Я имею в виду его противника. Пока это никому не удавалось. Удастся ли Сергею? Тем не менее, должен вам сказать, друзья, что у букмекеров Сергей фаворит. Потому что все знают, насколько тяжелы, насколько жесткие удары у этого бойца из России. И выдержать их пока еще никому не удавалось. Но и Сергей еще не встречался с такими противниками, как Бернард Хопкинс. С его колоссальным опытом, знанием всяких трюков, в том числе и грязных, умением находить слабые места у любого противника. Вопрос тактики. Многие гадают, какова будет тактика. Некоторые считают, что Сергей должен пустить в ход сразу же свою ударную мощь. Использовать по максимуму все, что он умеет. Не дать Хопкинсу собраться. Потому что играть с ним в ринге бесполезно. Он обманет. Как обманывал уже и Оскара де ла Хойю, и Феликса Тринидада, и великих многих других бойцов. И единственный, кто всерьез не поддался на эти обманы, был упорный британец Джо Гальзак, которому Хопкинс проиграл. Первый раунд. Хопкинсу очень важно перевести бой в спокойное русло. Там он может себя чувствовать очень комфортно. Кроме того, Сергею надо остерегаться контрударов Хопкинса. Он бьет как бы легко, как кошкой лапой, но очень вовремя, всегда и точно. И вот предположение о том, что будет бурный старт со стороны Сергея, не оправдались. Он действует пока что мягко, подкрадывается. Ну, Хопкинс все читает, конечно, его очень трудно обмануть. А что касается грязных трюков, то должен вам сказать, что самый большой профессионал в этом аспекте – это Бернард Хопкинс на мировом ринге. Удар, клинч, возня, незаметные удары в запрещенные места – все это он может делать, когда дело запахнет, как говорится, неприятностями.
в углу Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон, человек, которого Хопкинс нокаутировал 17 лет назад. Можете себе представить. Вот так-так. Это было красиво, ничего не скажешь. Недаром гласит американская поговорка, что панчер всегда имеет шанс. Сергей взвинтил темп. Очень разумно действует Ковалев, надо признать. Берардо уже показалось, что бой будет идти в таком спокойном темпе. Вот, когда я сказал, что в углу Ковалева Джон Дэвид Джексон, который встречался с Хопкинсом на ринге, это было, правда, очень давно. В те времена, когда мировой бокс вообще блистал многими талантами. И Хопкинс был молод и амбициозен. Но я думаю, дело в том, что Джексон знает, на какие трюки способен Хопкинс. И уж наверняка Сергей предупредил, подготовил. Вот, друзья, это был классический контрудар. Оттянулся коротко назад Сергей и врезал справа. Вот и Дэвид Джексон. Он доволен. Многие говорили, что тактика Хопкинса будет состоять в том, чтобы затянуть бой в поздние раунды. Потому что Сергей довольно часто заканчивал бои досрочно, ему якобы не вытянуть с таким опытным бойцом 12 раундов. Он должен устать. А установка штаба Хопкинса — измотать противника. А измотать вот так, как мы сейчас видели. Хопкинс, конечно, невероятно изворотлив. Конечно, фантастический боец Хопкинс. Вы посмотрите, человеку 50 лет. В какой он великолепной форме. Все это от того, что Хопкинс придерживается просто железной дисциплины, самодисциплины высочайшей. Он никогда не выходит из формы, даже если у него нет боев на подходе. Он ведет очень, что называется, правильный образ жизни, очень здоровый, не позволяет себе никаких излишеств. Ну и надо сказать еще одну вещь. Несмотря на все свои достижения, на свое боксерское долголетие, Хопкинс никогда не был боксером, который вызывал бы такую, что называется, бурную любовь и обожение. Он слишком рационален, слишком расчетлив. Он делает всегда от и до. Столько, сколько надо, ничуть не больше. Ничуть не раньше, ничуть не позже. И поэтому бои с его участием никогда не выглядели драматичными.
Да, вскрыть эту оборону очень сложно. Хопкинс понял, что шутки плохи тут. Очень осторожно провел вот предыдущий раунд. Джон Дель Джексон говорит, что пора переносить огонь на нижний этаж туловища. Джеб в голову, а тяжелые атаки в корпус. Ну, в общем, такая простенькая боксерская грамота, но она очень действенна. Самое забавное, что Ковалев избрал такую же манеру поведения в бою, как и Хопкинс. Спокойно. Да нет, не надо радоваться. Это был толчок. Обожатели Хопкинса вскакивают со своих мест. Но я думаю, это несколько преждевременно. Конечно, главная проблема, которую надо решить Сергею, это чистое попадание. После этого все возражения будут сняты. Вы посмотрите, насколько изворотлив Хопкинс. Казалось бы, удар достигает цели, он расслабляет шею, убирает голову на пару сантиметров, смягчает удар. И он может терпеть атаки Сергея очень долго, выжидая своего момента для контратаки. Я думаю, что Хопкинс хорошо готовился к этому бою, потому что он прекрасно понимает, что стоять перед Ковалевым никак нельзя. Остановись хоть на мгновение, и все, пиши пропало. Потому что таких жестких бойцов, как Ковалев, сейчас на ринге поискал. Ну вот, вы слышите крики «Россия, Россия!». Мы с вами в Бордвок-холле в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Я это к чему вам эту географию всю излагаю, потому что сюда можно доехать и из Балтимора, из Нью-Йорка, из Филадельфии. И огромное количество, конечно, наших соотечественников и бывших соотечественников. Наверняка в этом зале сейчас. Да. Что там произошло? Да, к сожалению, этот спорт Сергея гонг прервал.
Перед этим боем было очень много всяких предположений, анализов. Специалисты, знатоки, чего только не предполагали. А, в общем, большинство предполагало только одно. Сегодня Хопкинс должен проиграть. Но вот пока что он держится очень даже неплохо. Сергею самое главное не повторяться. Хопкинс большой мастер уловить этот ритм в атаках. И он просто на автопилоте уворачивается от ударов, даже не глядя. Сам он большой мастер сюрпризов. Вот и Сергею необходимо удивить. Обычная двойка тут не пройдет, наверное. Но вот не удается выполнить установку тренера Сергею атаковать в туловище. Очень плотно прикрыт Хопкинс. Пока что спиной к канатам Хопкинс проводит уже который раунд. И он понял, что атаки в туловище могут принести ему успех. В таком бою, как этот, где напряжение зашкаливает, вот вопрос выносливости выходит на первый план. Причем этот вопрос перед Хопкинсом не стоит. Он никогда не уставал в боях. А вот Сергей, который тратит много сил, поскольку бьет очень мощно, вкладывается в удар, должен силы поберечь. Пока свеженький Хопкинс. Есть такое выражение в боксе по-английски busy, будь занятым. Вот как раз это и советует Хопкинсу сейчас в углу. Да, в зале тут полным-полно всяких селебрити, актеров, известных личностей, боксеров знаменитых. Пятый раунд. Хопкинс выманивает на себя противника. В общем-то, в принципе, Сергею ничего не остается, как атаковать. Да, и ни одного удара в туловище. Но это вообще-то плохо. Что там стряслось? Все вскакивают, отворачиваются от ринга.
Непонятно. Такого еще не бывало, чтобы публика отворачивалась от боя во время боя. Да, к сожалению, пока что Хопкинс читает все задумки Сергея Ковалева. Он избрал такую тактику второго номера, высматривает, выжидает. И главная задача не пропустить. Пока что ему это удается. Я уже говорил в начале о том, что Хопкинс невероятно рациональный боксер. Удары Сергея увязает в этом блоке. Хопкинс уходит, уклоняется, ускальзывает. И пока что, кроме вот того эпизода, ни одного жесткого удара плотного на цель Сергей не смог нанести. Ну, сейчас, вообще-то, уже, считайте, экватор этого боя. А так бой не выигрывает. Я имею в виду Хопкинс. Нужно что-то делать. Вообще-то, если так беспристрастно оценивать то, что происходит в ринге, Хопкинс пока что не выиграл ни одного раунда, на мой взгляд. Вот видите, трижды дал возможность провести удар справа Хопкинс, чтобы вывести из себя Сергея. Трижды он вкладывался справа и трижды не попал. Да, подергать, конечно, надо. Но действовать надо более разнообразно, мне кажется, более непредсказуемо. Да, довольно сложно запереть Хопкинса. Он очень хорошо чувствует свое положение в ринге. Ничего не делает Хопкинс пока что. Его задача выстоять. Надежда, наверное, на поздние раунды, когда он думает, что Сергей устанет.
и можно будет выкладывать. Совершенно фантастическая выносливость у этого бойца, которому, напоминаю, 50 лет уже. Это, наверное, самый старый чемпион в истории. Пробьет. Не пробьет Сергей. Вот посмотрите, как выглядит, как дышит Сергей Ковалев и как себя чувствует Хопкинс. Оно и понятно, конечно, потому что один работает, а другой нет. Ну, эти господа в углу у Хопкинса говорят, что сейчас надо выигрывать каждый раунд. Они это прекрасно понимают, что Хопкинс выглядел плохо, что, в общем-то, неубедителен он был пока что. Посмотрим, что будет. Седьмой раунд. Аккуратненько, очень аккуратно действует Хопкинс. Он прекрасно понимает, что в атаке он не пропустит, потому что он ее ждет. А вот если будет контрудар, когда он сам будет действовать, то этот риск очень велик. Пропускает Сергей. Конечно, эта тактика может принести плоды Хопкинсу, но при одном условии. Если Сергей позволит себе небрежность. Да, справа не проходит никак. В принципе, я думаю, правильно Ковалев сейчас поступил. Надо отучить Хопкинса, потому что если ему удастся вот эти нырки под мышку, и клинчи, захваты, толчки, он будет продолжать. И так, когда на нем повисит 80 килограммов на шее, он еще подумает, стоит ли это делать. Right hand, his whole leg wiggled, you forgot. Scared ain't used to hitting him back. And he ain't used to being this far.
Я не знаю, успеет ли, хотя Хопкинс все может, конечно, успеет ли комбинация, о которых ему говорят, в углу. Но вот Сергею что-то надо менять в бою. Сейчас была ответная контратака Хопкинса. Да, между прочим, восьмой раунд. Перелома в этом бою пока нет. Вот самое неприятное, то, чего, в общем, ожидали в этом бою, это то, что Хопкинс понял противника. Знает, чего от него ждать, потому что Сергей повторяется. Сергей так и сказал перед боем: я возьму парочку уроков у профессора Хопкинса. Думаю, что да, ему будет очень полезно, учитывая, что, в принципе, противники все, которые после встречи с Ковалевым скучали на полу, в общем, были далеко не такого уровня, конечно. Вот хорошо. Наконец-то эта двойка проскочила. Хопкинсу нужно сейчас собраться. Минута восьмого раунда. Еще бы небольшой успех не помешал сейчас. Хопкинс. Попытка атаки довольно неубедительная. Но вот расслабляться никак нельзя. Ни на секунду. Но мне кажется, уже приучил Сергея Хопкинс к этому уклону вправо. Там его и надо достать. Не знаю, как вам кажется, мне сдается, что дела идут неплохо. Тот уже начинает нервничать. Ну да. Установка теснить Сергея назад. Ну вот представляете, какой удар. Высоко пришелся в голову. Немножко не повезло Сергею, повезло Хопкинску. Чуть бы пониже, и можно было бы заканчивать все это мероприятие. Посмотрим, как Хопкинсу удастся теснить назад Сергея.
Здесь нужен дубль слева, хороший, жесткий. После атаки Хопкинс ждет, видит атаку справа. Когда-то Хопкинс умел рубиться в средней дистанции. Но здесь, наверное, слишком опасно. Половина раунда прошло. Совершенно односторонний характер приобретает бой пока что. Хопкинс ничего не делает. Перед боем очень многие специалисты думали, поставит ли Джексон установку перед Ковалевым на быстрый старт. И, в общем, знающие люди говорили, что, скорее всего, нет. Скорее всего, ставку на нокаут не будет сделана. Потому что, ну, в общем... Это очень сложно пробить Хопкинс. И на самом деле нужно готовиться к длинному бою. Вот публика начинает гудеть. Я думаю, что это в адрес Хопкинса. Ну, говорили комбинации. Вот вам и комбинация. Только со стороны... Ковалев. В общем, что мы сейчас видим в исполнении нашего ветерана, это борьба за выживание. Ну, посмотрите на лица в штабе Сергея. Все довольны. И давай не спеши, говорит Дэвид Джексон. Разбирайся. Спокойно. Никакой спешки не нужно. Ну чего остается Хопкинсу? Этому самому пришельцу, инопланетянину, чужому, как он любит себя называть. Идти на обострение только. Начинается чемпионский раунд, последние три раунда. Ну, это такая избитая боксерская метафора. Тем не менее, в оставшиеся три раунда все решится. Потому что в последнее время мы часто видим в составе судей некоторых сомневающихся господ, которые иногда в выигранном бою дают ничью или еще что похуже поражение. Так что тут, в общем, нельзя позволить Хопкинсу выглядеть хозяином положения даже в эти оставшиеся раунды. Но
Но если так разобраться, честно, совершенно односторонний бой. Мы видим двух боксеров, один из которых трудится от и лица, что называется, а второй ничего не делает. Вообще-то, зная, насколько жестко бьет Ковалев, Хопкинса можно понять. Его задумчивость и в некотором смысле даже застенчивость. Да, вот этого надо опасаться. Не раз Хопкинс выходил из положения вот таким образом. В проигранном раунде, в проигранном бою вдруг внезапный контрудар. Кто кого держит? Хопкинс держит. Знаете, когда силы на исходе, любая силовая работа, борьба, клинчи, она столько отнимает сил. Хорошо, что гонг вот сейчас. Надо немножко кислороду взять Сергею. Да, надо признать, пропустил-то он очень неприятный удар сейчас. Два раунда осталось. Если бы я был в углу, я бы посоветовал сейчас Сергею не рисковать. Он уже все сделал для победы, на мой взгляд. Надо сохранить преимущество. Да-да, конечно, Хопкинс может пожаловаться. Может пожаловаться на нарушение правил со стороны противника. Может притвориться, что что-то не так, что-то у него там вывихнуто, сломано. За ним это водится. Сейчас, конечно, следует ждать подвоха со стороны Хопкинса, потому что он обязательно постарается либо втащить в возню такую противника, в силовую борьбу, где может из-под тяжка ударить. Поэтому лучше держать его на дистанции под контролем. Минута осталась предпоследнего раунда. Вообще, на удивление, конечно, без особой грязи этот бой прошел, потому что, честно говоря, я-то ожидал, что ее будет больше. Особенно в те моменты, когда Хопкинс почувствует, что он проигрывает. Но Сергей не дал ему возможности.
конец предпоследнего раунда. Запаздывает со своими бросками Хопкинс. Ну что, неплохая концовка. Здесь, по-моему, уже все поняли. Бой проигран вчистую. Только чудо может спасти Хопкинса от поражения. Ну, или судьи. Final round. Да, финальный раунд. По-моему, сил у Сергея еще полно. Ну, а Хопкинс, ой, очень неприятная история. Попал Хопкинс сейчас. Да, чего не отнять у этого бойца, это абсолютное хладнокровие, умение ориентироваться в самой сложной обстановке. Подальше бы, подальше надо держаться от Хопкинса. Да. Ну, просишь, надо дать, как говорится. Я думаю, что отучит показывать язык Ковалев Хопкинса раз и навсегда. Минута. Вот хорошо бы так и отработать эту минуту. Хопкинс, по-моему, такой бомбежки давно не получал. Бомбардировки этой вытерпеть никто не мог. И не думаю, что Хопкинс долго продержится. Оу. Прекрасный финал замечательного боя. А? Тут просто избиение. Потрясающая все-таки стойкость и выносливость Хопкинса. Смотрите, не падает. Разгром. Да, букмекеры все-таки знают свое дело. Я же вам говорил, что все ставили на Ковалева. Прекрасный бой и великолепная концовка.
И давайте все-таки отдадим должное этому бойцу, которому 50 лет. Вот-вот стукнет. Да, Сергей молодцом, ничего не скажешь. Тут он нарвался на этот левый крюк и выстоял, а потом все вернул с лихвой. Сейчас такие бойцы, как Сергей Ковалев, большая редкость на мировом ринге. Они приносят то, чего публика больше всего хочет видеть во время боя. Это драма, ударную мощь, риск. Вот слева от Сергея Эгис Климас, менеджер. Это человек, который очень помог Сергею в свое время. Они довольно быстро проделали этот путь от неизвестности к статусу суперзвезды. Хорошо, когда у бойца есть преданная команда. Многие наши ребята, которые уезжали в Америку, к сожалению, были лишены такой поддержки. Сергею повезло. Вот и Оскар Де Ла Хойя. Кстати, когда-то они встречались в ринге. Теперь они деловые партнеры. Хопкинс когда-то давным-давно отправил на пол своего делового партнера. Теперь они друзья и работают вместе. Победа, единогласное решение судей. С разгромным счетом выигрывает Сергей Ковалев.